Я еще не понял вообще. Вообще смысл этой заметки я вообще не понял. Она сказала, что дело на проект, а не так, как он. Приходится весь этот фундамент выкалпывать. Историческое место типа взяли и сравняли с землей. Здесь зимой ездят. Это же невозможно зимой ездить. И вас. Неужели здесь живут люди? Дик! Я кому сказал? Не кусть? Не-не, он при мне не трогает. Да, просто понравился дом такой, думаю, он, наверное, уже пустой. Ну-ка иди. А ну что, сохрани Господь, вот что, ну такие глупости не надо говорить. Если собака лает, значит, люди живут. А мы проехали, никого не видели. Да? Да, думаю, никого. А для чего просто снимаешь? Просто такой вот древний дом сохранился, для старинный. Себя, да, для себя. У меня и документы сохранились. Да? Ну, я уж не буду проверять у вас, я не из налоговых на фактуру, на натуру на красивую. По документам мы посмотрим, что вообще чубей. Там как Пушкин.
Да? Ты Вась картину любишь? В смысле люблю? Ну, Вась, ты тоже это, художник? Я художник. Вон у меня картина. Не, ну все равно, вот я говорю, знаешь что, я все-таки больной, я тоже. И такие вещи иногда бывают настоящие, выбрасывают с помоек. Да, 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 я согласен с тобой. Я дважды находил, вот, даже сюда. Трижды на помойке находил. Молодец. Нормальные картины. Снимай, снимай, сколько хочешь. Да, обязательно. Я тебе разрешил все. Спасибо. На здоровье. Это мои спасители. Завернусь. О, 3D. Картина, да? Это я сам все делаю. Выдумал. Смотри тут. Вот тут картины. У вас вообще раритет. Советская твои... техника. Ага. Твои слова да уши Богу. Алексей. Это моя семья. Я просто иду в старину. Я не шагаю выше. Как говорится, своих предков. Поддерживаю. А вы цыган? Да, по жизни, да. А это я больную аппаратуру старинную. Ну вот я и говорю. Я, фетон вот, или что там? Я не знаю. Усилок, вот как называется, если ты понимаешь? Ты мне не скажешь, пожалуйста? Ну какое-то название престиж. Ну хороший усилок, если ты чуть понимаешь. Внешне кажется хороший. А, слово престиж-то это наклеен. Вот там фетон. Хороший, конечно. Да? Усилок. Если он работает. Там, не, его надо отремонтировать. А так он будет вещи делать, да? Ну, он считался хорошим в своё время. Да? Это какая фирма? Япония, Китай? Нет, амфетон это наш отечественный СССР. А наши лучше делали. Ну, они делали, скажем так, хреново. Ну, в общем, ну, достаточно да. Хорошо все равно. Ну, вот это высший класс был, хай-энд советский. Так, тоже снимал? Всё снял. Всё, молодец. А вот этот влюблённых? Снял. Да? Ну, я вот снимаю, у меня, знаете, как у меня вот такой объём-то захватывает, как...